понимает. Ваше высочество. Имя коня? Милорд. Его последняя цена? Ой, я не вспомню. Что-то фантастически дорого. Папа считает милорда одной из жемчужин своей короны. Он вообще не собирался его продавать. Руки. Папаша ваш прав. Таких красавцев только давят. С утра конюшка была вашей, отныне наша и не спорь. Не то фингалом фейс украшу, он будет ярче всяких зорь. Мы лошади не покупаем, а отбираем и крадем. Чертям владельцы посылаем, разбоем только и живем. Чертям владельцы посылаем, разбоем только и живем. Ну что вы медлите, идите, пока вас черту не послал. Убраться поскорей спешите, то ограбление финал. Мы лошади не покупаем, а отбираем и крадем. К чертям владельца посылаем, разбоем только и живем. К чертям владельца посылаем, разбоем только и живем. Молите Бога, что вы живы, не то висеть вам на суку. Вы жертва воровской наживы, и жить осталось вам ку-ку. Мы лошадей не покупаем, а отбираем и крадем. Чертям владельца посылаем, разбоем только и живем. Чертям владельца посылаем, разбоем только и живем.